Тысячи венесуэльцев вышли на акцию протеста в Каракасе. Демонстранты выразили свою солидарность с палестинцами перед лицом геноцида со стороны израильских военных. По словам депутата правящей партии Хесуса Фариаса, эта манифестация призвана не только осудить действия Израиля, но и продвинуть антиимпериалистическую борьбу и солидарность народов, завещанную экс-президентом Уго Чавесом. В 2009 году Чавес фактически разорвал дипломатические отношения между Каракасом и Тель-Авивом после операции израильских войск в секторе Газа.